В Афинах завершилась 4-я ежегодная всемирная конференция послов вкуса мировой гастрономии. И российский сыр, изготовленный по технологии фета, получил золотую медаль. Его приготовили в Нижегородской области на ферме «Дружба» под руководством Юрия Илиади. Поучаствовать в конкурсе Юрию предложил торговый советник в посольстве Греции в Москве, которого он угощал сыром. Ферму мужчина основал 3 года назад, и сейчас она выпускает до 60 тонн продукции за сезон. По словам Юрия, на ферме изготавливают сыр типа феты в соответствии с исконно греческими технологиями. Предприниматель дает своей продукции название древнегреческих городов, существовавших на территории России. Например, Пантикопей, Херсонес, Ольвия. На данный момент Юрий содержит 800 голов овец. На ферме предусмотрены все необходимые условия для их разведения. В дальнейшем он планирует развивать молочное направление малого рогатого скота по всей России. Хороших вам новостей!